Всем большой привет! С вами Олеся на вашем любимом канале «Готовим дома». Сегодня у нас вот такой красивый и потрясающе вкусный банановый пирог. Вы только представьте, вкуснейшее шоколадное тесто на кефире в сочетании с нежными запеченными бананами и шоколадом. Это очень простой и вкусный пирог, а продукты, скорее всего, уже есть на вашей кухне. Приготовьте его к чаю и порадуйте ваших близких. Чистим бананы. Каждый банан разрезаем вдоль на две половинки. Форму для выпечки смазываем мягким сливочным маслом. Можно слегка посыпать сахаром, но это не обязательно. Выкладываем на дно формы бананы. Форму с бананами я оставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут, чтобы удалить из бананов лишнюю влагу. Но это делать не обязательно, бананы можно не запекать. Готовим тесто. Разбиваем яйца, добавляем сахар, взбиваем на высокой скорости миксера до пышной пены. Примерно до такой консистенции. Добавляем ванильный экстракт или ванильный сахар. Перемешиваем на низкой скорости миксера. Вливаем кефир. Снова перемешиваем на низкой скорости. Вливаем растопленное и охлажденное сливочное масло. Перемешаем. Муку смешиваем с разрыхлителем и какао. Все хорошо перемешиваем венчиком. Добавляем муку с разрыхлителем и какао в тесто. Хорошо перемешиваем. Получается вот такое шоколадное тесто. Наши бананы запеклись. Заливаем бананы тестом. Разравниваем поверхность. Несколько раз стукнем об стол, чтобы тесто хорошо распределилось и заняло все пустоты между бананами. Выпекаем пирог в разогретой до 170 градусов духовке около часа до сухой зубочистки. Аккуратно снимаем кольцо и переворачиваем пирог на блюдо для подачи. Пока пирог горячий, самое время посыпать его рубленым шоколадом. От горячего пирога шоколад растает. Пирог получится необыкновенно вкусным. Самое время звать всю семью пить чай. Обязательно приготовьте это банановое чудо, друзья. Уверяю, вся семья будет в восторге. Спасибо вам за внимание. Сохраняйте рецепт закладки, чтобы не потерять. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. С вами была Олеся на канале «Готовим дома». Желаю вам приятного аппетита, прекрасного настроения и скоро увидимся!